Сегодня означается День оборонца Вайчыны и Узброенных сил Республики Беларусь. С этой нагоды у регионе ладятся урочистые митинги для памятных мест, которые являются символом мужности и героизма наших земляков. Сегодня церемония ускладания вянков у кветах отбудется на площади працы для братской могилы советских воинов и подпольщиков. Протягнутся урочистые мероприемства святочным концертом у областным драматичным театром. Напередодні представники городской и областной улады, у громадских организаций, ветераны войны и молодь собрались у Гомеля для мемориалу на Аллее Героев. Подчас митингу гучали ширые слова удячности в адрес тех, кто у годы великой чины отвоевал у ворога свободу и незалежность. Хвилиной молчания узгадали тех, кто не дожил до великой перемоги. Удельники митингу усклали вянки и кветки, отдали данину поваги советским воинам и мирным жихарам, которые загинули у годы военного лихолетия. Уроки войны и их наступствы не забываются. Именно это позволяет нашей Беларуси заховывать гоноровое звание миролюбивой державы и быть прикладом для инших народов и краин. День оборонца Вайчыны – усенародное свято мужности, доблести и гонору. Яно увасабляе пераемность поколениям и непорывную связь нашего героичного минулого, стабильной сучасности и мирной будущине. Дорогие жители города Гомеля, от всей души, от личного состава военных комиссариатов, от себя лично поздравляю с этим знаменательным праздником. Ветеранов, которые участвовали в освобождении Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, ветеранов, участвующих в других войнах, с этим знаменательным праздником хочу поздравить, пожелать крепкого здоровья всем, успехов, удачи.